like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules, my life destroyed. Ну что, ребятки, всем привет! Вот мы с этой прекрасной женщиной, ой, простите, девушкой, начался наш второй день отдыха, точнее, нашей увлекательной поездки и экскурсии по Стамбулу. В общем, ребята, ситуация такая, кто не смотрел прошлый выпуск, обязательно по ссылке описания проходите, или сейчас подсказочка загорится, нажимаем и смотрим. Классно, наш первый день вообще было так супер. Сейчас мы находимся на площади Таксим, кстати, турки, между прочим, считают именно ее центром Стамбула. Вот посмотрите на этот прекрасный памятник. Это не просто памятник, а монумент республика. Потрясающий шедевр высотой 12 метров спроектировал в 1928 году итальянский скульптор Пьетро Каноника. Скульптура информативна с двух сторон, с каждой из которых есть несколько статуй с образами простых горожан, знаменитых политических деятелей и военных, включая образ самого Ататюрка. Интересно, что среди прочих монументов можно найти скульптуры Ворошилова и Аралова, советских революционеров. Монумент напоминает о турецких освободителях, изменившую имперскую государственную власть на республиканскую, а вместе с этим и жизнь людей. Таксим – это общественная площадь, возникшая во времена республиканцев. В переводе с турецкого названия «Таксим Майдани» означает «площадь распределения», так как Стамбул был незаслуженно забыт вплоть до 1936 года. И именно тогда власти республики решили возродить значимость мегаполиса. Здесь построено рекреационное культурное пространство, в разработке проекта которого принимал участие иностранный эксперт-француз Генри Пруст. Да, а сейчас мы будем искать парки. Обратите внимание на этих пернатых. На улице, наверное, жара невыносимая, наверное, градусов 50. Голуби, вот, как хули-гули, спасаются от жары. Да не бойтесь, господи. Самому хочется побыть таким голубем и прямо окунуться здесь. Жара невыносимая, и местные предприимчивые турки, там люди стоят под памятники в тени, они ходят, носят, предлагают им холодную воду. Так что, отличная идея для бизнеса, да? Да, верно. Водичка? Water, water. Солнце. Thank you so much. Ребятушки, мы сейчас находимся возле парка. Вот такие потрясающие инсталляции вокруг нас. И позади меня находится мечеть. К сожалению, название ее не знаем. Подошли, хотели посмотреть, но никаких указателей нет. Даже на карте они не отображаются. В общем, кто знает, пишите в комментариях. Нам будет очень интересно узнать. Танюш, милая моя, не переживай ты так. Тут все просто. Эта мечеть тоже называется Таксим. Площадь Таксим, мечеть Таксим. Такси, Таксим? Нет, такси все-таки остаются такси. Кстати, до площади Таксим мы дошли пешком. Мы специально выбрали наш отель неподалеку. Как говорится, все под рукой. Кстати, кто не смотрел, посмотрите обязательно обзор нашего отеля. Кстати, рядышком по правую сторону собор Святой Троицы. Поэтому мы тоже к ней подойдем и покажем вам. Тут дедушка играет на каком-то таком интересном народном турецком. Я не знаю, что это домра или как. Что это? Пишите в комментариях. Красиво очень. Мираба. Thank you. Фото? Вот сейчас нашли вот такое прекрасное заведение здесь. И нужно что-нибудь холодненького здесь выпить. Правильно, Танюш? Давай, куда присядем? Да. Дай, дай. Или конфеточки? Вообще, на самом деле, хочется присесть прямо с видом на мечеть, на собор. Но там солнце по всему периметру. О, а вон смотри. Я уже не могу даже видеть, у меня потом залило глаза. А этот белый, между прочим, только что покакал. Вот тебе, турецкие друзья. Турция же сторона кошек, е-мое.
Итак, ребята, мы зашли в парковую зону. Здесь детская площадка, люди просто лежат на газоне, наслаждаются жизнью. Вообще, мне кажется, он такой вытянутый, так что мы пойдем посмотрим. Да кто-то спит? Да. Окей, люди просто и люди на расслабоне. Просто, да, на чили джиганят так. Вот кто там джиганят, смотрите. Да. Просто блин, человек не развалился, как собака, а лежит. No problem, no racism. No. Итак, мы зашли в парковую зону. Нас встречает вот такой потрясающий красивый фонтан. Большое количество людей отдыхают и лежат, спят прямо на газоне. Вообще прям видно, здесь все в расслаблении. Да, джиганят. Начали на расслабоне. Все нормально. Прям вот возле фонтана прям хорошо. Ну просто такой обычный, такой культурный, очень такой парк. Конечки. Вообще парк как парк. Парк как парк, ничего в нем такого примечательного нет. Прийти отдохнуть, на газоне поваляться, как, собственно, люди сзади и делают. Ну и все. Да, бы. Но, ребят, вот честно, сколько много исторических зданий, вот ради этого только я бы сюда приходила. Парки, это прекрасно, но вот именно архитектура просто невероятна. Да, вот для туриста это все-таки кажется обычным парком, но для турков это очень значимое место. Почему? Сейчас расскажу. В 1806 году вместо территории нынешнего парка Гези находился открытый стадион и военные казармы. Датой основания парка Гези считается 1904 год, когда казармы в соответствии с новой концепцией развития были снесены. Изначально парк был гораздо больше и носил название Иньоню, но позже территория парка была уменьшена, и он продолжил свое существование как парк Гези. Парк Гези получил общемировую известность после забастовок 2013 года, когда все население Стамбула вышло на протесты, которые были направлены против сноса парка и его застройки. Протесты длились с 28 мая по конец июня. В результате остановок проект по застройке и сносу парка был остановлен. Кстати, многие турецкие оппозиционеры считают площадь как символом революции. И именно молодое поколение турков чувствует себя скорее европейцами, чем азиатами. Ощущают себя в большей степени Западом, нежели Востоком. И эта смена культурной парадигмы потребовала своего закрепления, показав, что пути назад больше нет. Вот сюда мы подошли, ребята, смотрите, какая панорама, как красиво. Это все виды из этого парка. Стамбул расположен на горной местности, прямо красиво. Вот такие изгибы этих гор и мечети, соборы, какие-то башни. Боже мой, как здесь красиво. Вот, кстати, вот природа похожа на Крым, как у нас, но вот именно архитектура, заведения, рестораны, насколько все ухожено. Все в огнях, в цветах. У нас, конечно, в Крыму такого нет, у нас все как-то построже, да? Да, это точно. А здесь прямо в отрыв, так и хочется. Где-то живая да, музыка, ночная жизнь, да, здесь вообще где-то просто. Живая музыка, где-то просто на улице играют, там люди зарабатывают на это деньги. Там кафешка, там ресторанчик с разной тематической едой, даже фастфуды хотите, пожалуйста, Starbucks, Макдональдс. Все на свете. Слышите? Да. Началась молитва вечерняя. Ну, только включил камеры, мы... А, нет. Ну, надеюсь, слышно. Это вечерняя уже молитва у нас пошла. Как пивасик люблю. Давай, Танюш. Да, ребят, вот просели, охладиться немного. Нужно охладиться, да, и чуть-чуть поправить здоровье после текилки. Хотя вроде бы и так нормально, но все равно жирень такая страшная. Мы уже просто эту воду пьем, но как бы воды... Воды в холостую много не выпьешь, а пивасик отлично. Андрей с утра похмелился и вспомнил, что вчера не пил. Турецкий эфес – это вообще просто, это нечто. Тебе нравится? Вообще, мне Танюша пиво не любит, никогда. Это, наверное, первый раз. Да, первый раз, не побоюсь сказать, в нашей жизни за 10 лет, что Таня сидит со мной и пьет пиво. Это вообще не знаю. Вот именно такой вот эфес. Да, вот именно турецкий, национальный, вот ей очень нравится. Он такой легкий, не горько. Ну, а так что такие вот дела. Танюша в Турции пивко начала пить. Вот, ребятки, что мне понравилось, вот смотрите, какой контраст. Вот здесь новое здание, посмотрите слева. А здесь вообще такое бесхозное, вообще заброшенное. Ну, что это за заброшка? Странно, что в центре. Да, без окон, без дверей и без людей. Вообще очень странно, почему вот именно, какая интересная у него история. Что-то... Ну да, что как бы центры города, даже вообще не знаю, такие жирные места, здесь все, как говорится, каждый кусочек земли. Ну, скорее за кем-то всего, закреплен. Либо, да, либо за кем-то он закреплен и просто. Ну да, ждет своего времени. Либо какие-то проблемы у них. Так что вот интересно нам еще.
Вот это да. Мы прям попали, блин, какой-то квартал шаурмы. Да? Вообще, столько разных шаурухи. Да что ж вы все сигналите? Вот тебе фрукты. Вот сколько шавухи. Это ж вообще непостижимо. Это целый квартал шаурмы. Ребята, мы вышли поужинать и решили пройтись... Как эта улица называется? Истекляль. Вот как это запомнить? Истекляль. Ну, я... Ну, как, надо мне просто... Как остекленение. Остекленение. Истекляль. Да, истекляль. Типа, истекляль. Давай. Ребята, у нас сегодня вечерний променад. Мы вышли поужинать и пошли в другую сторону улицы Истекляль. Днем мы были на площади Таксим, а сегодня мы решили пойти в совсем противоположную сторону, где находится, конечно, исторического трамвая. Поэтому здесь очень много кафе также. И совсем все в другом стиле. Вообще невероятно красиво. Мы подошли к точке, где делаются фреши, и как здесь не удержаться. Мы решили попробовать апельсиновый и мандариновый и сравнить, как вкуснее. Да, здесь, смотрите, очень много всяких разных. Ну вот, мы хотим просто маленький взять. А здесь, получается, вот L размер начинается. Я еще попробую ананасовый, манговый. Ну вообще, смотрите, вот какой фруктовый сад у нас, фруктовый рай. Заказывай здесь. А я пока сниму. Смол, скажи, смол. Я не вас снимаю. Я снимаю свою девушку. I shoot my girl. Don't disturb. Что-то, блин, не знаю, прыгнула как сумасшедшая, да? Нет, пробегала, блин. Кому ты нужна, блин? Один мандарин, закончился с мандарином. Матч. 90. 90 нормально, смотри, какие фрукты можно поесть. Вообще арбузы себе на завтрак ели, такие вкусные. У меня сегодня сюда вообще арбузовая агрессия. Это дыня. Вот мы, ребятки, нашу дегустацию на фоне музыкальных инструментов заснимем. Да. Так, а где какой? Вот это грейпфрут, вот это оранж. Оранж. Давай тестируем, какой понравился. Тысячу лет уже не пили свежевыжатые соки. Только все стропаты. This is amazing. Очень. А теперь по-русски. А какой понравился больше? Грейпфрут тоже. А теперь по-русски very tasty. Очень вкусно. Прям очень. Кстати, попробую. Вот грейпфрут вообще не горький. Дай-ка я свою жалобу пишу. Он такой слегка с кислиночкой, легкая горчинка. Я говорил, нужно взять. Ой, вкуснятина какая. Ой, супер, ребятки. Да, кстати, и туда кинули... Пейте витамины. И нам во фреш кинули по кусочку льда. Вообще так, что прохладненько. Так что прекрасно. Сколько стоит? За эти два сочнейших фреша мы заплатили 40 лир. Вот, ребятки, мы идем по улице Истекляль и, получается, свернули налево. И здесь вообще масса вот таких всяких заведений, где делают свежевыжатый сок. Вообще жена наслаждается. Вот так вот, смотрите. Жена вообще в два нога она пьет. Блин. Шикарно. А вот это вот последствия многомиллионной аудитории и походов по этой улице. Вот такие вот дела. Здесь мусор, между прочим, часто мусорка едет и забирает. Ну, вон стоит страшно, когда мусорка проезжает. А вот это вот едет, я ее называю вонючка. Они очень часто ездят, собирают мусор. Вонище такое стоит. Ой, ребятки, самая главная проблема здесь, что здесь всего столько много, что мы вот входим с Танюшей и не можем определиться, прям глаза разрываются. Мы останемся просто ни с чем, да, как говорится. Просто нищетное количество. Такие вот, причем каждое заведение, какого хочешь. Либо это какой-то бар, либо рок-клуб, либо это там сакура цветет. Ну, тематический. Где-то индийская кухня. Ну, в общем, да, здесь прямо глаза разбегаются. А мы сейчас с Танюшей присели в такое замечательное кафе, вот вообще недалеко от нашего отеля, называется Ада. Можно сесть снаружи, можно сесть внутри. Очень хорошие цены, а атмосфера вот гораздо приятнее, чем во многих. Скажем, сейчас ждем наше основное блюдо, сейчас вам обязательно его покажем. Да, ребятки, вот принесли наш заказ.
Это получается такая красивейшая, сочнейшая паста с креветками. Вот там тоже принесли. Да, креветки, овощи. А ну давай. У нас одинаковые. Давай пробуй пюре, попробуй, интересно, вкуснятина или нет. Дабы понять и убедиться. Рекомендовать нам это заведение? Да? Ну, заведение рекомендую. Тане понравилось, значит, понравится всем. Так, ребята, смотрите, за 3 пива и за 2 пасты у нас вышло 903 лиры. Так, ребятки, смотрите, засели в таком прекрасном заведении, называется Fairy Temple Pub. Смотрите, цены у них, мы посмотрели, ниже, чем везде. Просто музло орет сумасшедшее. Посмотрите, какую порцию нам принесли. Да, и это стоит 190 лир. 190 лир. Вот это некислое блюдо. У меня что, сочнейший бургер? Да разрезали его напополам. Посмотрите, сколько картохи. Я еще не видел такое. Да, знаешь, да, 2-3 картошины. Да. Такое. По меркам центра здесь самые бюджетные цены, как оказалось. Да. Но, вообще это как бы как для России. Это не дешево, но для Стамбула, для центра это очень дорого. Божественное заведение. Мы просто обожрались, как свиньи. И всего лишь вышло 638 лир. Hello!